Wizardry 8 — это последняя игра последней олдскульной ролевой серии. Ее выпустила компания, которая называлась именем компании, которая разрабатывала игру, потому что та упокоилась с миром, а упокоившаяся с миром компания еще некоторое время клепала патчи из царства Аида. В этой игре нам предстоит отправиться в космический вояж на планету Доминус, где имеет место многосторонняя заварушка, в которой никто не прав. Жуки-тиренги воюют с носорогами Ампани за контроль над артефактами Астрал Домайн, Хаос Малария и Destiny Доминус. Причем первый находится в руках темного Селина по кличке Чернокнижник, второй откопал среди астероидного мусора раса Мауков, а третий спер некий Мартен и умыкнул невесть куда. Третьих артефакта нужны, чтобы стать богами, что по преданию предначертано местной расе Хайгарди. Также на планете бодаются белки Трини со стрёмно-быколюдами Рапаксами. Все грабит мафия крысолюдов, а местная живность может дать по мозгам кому угодно. Игра предлагает сформировать партию из 6 персонажей плюс 2 наймита, причем рас и классов завезли столько, что можно съехать с катушек еще на первом экране. И если затупить при наборе партии, игрушка даже на легком уровне превратится в филиал ада. Боевка пошаговая, требующая порой изрядно попотеть, используя не только меч и магию или завалящий бластер, но и вообще все подряд, включая зелья, свитки, маневры и чистую удачу. Усугубляет собой куча эффектов, которые весело накладывают монстры и игрок. Парализованные, отравленные, проклятые психи-предатели в этой игре – норма. Мир можно исследовать до полного посинения, причем половина локаций для прохождения нужна весьма косвенно. Дизайн локаций колеблется от «Ух ты, и это 2001 год, да о боже, кто и зачем это нам моделил?», а монстры в основном вышли очень и очень хорошо. Игра получилась глубокой и по-настоящему нелинейной. Проходить и перепроходить можно до полного заворота мозгов и еще немного после него, а потом поставить пару модов и повторить. Любой уважающийся ролевик должен попробовать.